Сегодня первый день турнира «Сочинская волна», и первыми на площадку по традиции вышли самые юные участницы турнира – спортсменки, которые только начинают свой соревновательный путь. За медали «Сочинской волны» в этом году поборются около 300 гимнасток из 16 городов страны. Приехали даже с Дальнего Востока. Турнир проходит на курорте всего в третий раз, но уже снискал славу перспективного с традиционно сильным составом участниц. К нам стремятся попасть, мы не всех пускаем. У нас присутствуют только сильные детки, на которых можно посмотреть, поучиться. Мы смотрим на них, они смотрят на нас. Мы, может быть, более темпераментные, как южане. То есть нам есть о чем, чему поучиться друг у друга. Медали турнира за два дня будут разыграны в нескольких видах программы. Гимнастки помладше выступают без предметов. Те, что постарше, с мячом, булавами, обручем и лентами. Заявлены и групповые упражнения. Как рассказывают сами гимнастки, за каждую из медалей придется серьезно побороться. Состав силен. Тут всегда очень интересно, всегда много людей приезжает. Интересно соревноваться. Я обычно на втором-третьем месте, потому что много девочек приезжает, и тяжело бороться. Завершится турнир «Сочинская волна» 27 августа. По его итогам будут сформированы команды на участие во всероссийских соревнованиях. Инга Габиша, Ольга Десятова, Демин Даниловский, телекомпания ФКТ.